Классика. Картошечка и кетчуп. Сейчас мы с вами сделаем тоже картошечку из разряда фастфуда. Обычно такую картофель, кудрявый картофель, продают на улице, стритфуд. Очень популярное блюдо. Сейчас мы с вами сделаем. Очень готовится просто, но многие не знают. Хороший острый нож. Желательно, чтобы лезвие было тонким. Так, ну смотрите. Краешек отрезали. Один, другой. Нарезаем наискосок. Режем так, чтобы чуть-чуть ниже половинки картофеля. Вот так вот. Тоненько. В среднем 1,5-1 миллиметр. Так тонко, как можете. Так, хорошо. А теперь, если та сторона у нас была наискосок, это ровно. Точно так же, чуть-чуть ниже половины картофеля. Так, готово. Ну вот, смотрите-ка. Видите, что у нас с вами получилось? Пружина. Вот такая пружинка. Бамбуковая палочка. И распределяем аккуратненько. Вот. Вот такая вот история. Делаем короче, чтобы было удобнее жарить и кушать. Очень симпатично. Отправляем жарить. У меня есть фритюр, в среднем 1,5 литра. Доводим его до 180 градусов. Сковородочку включил я специально для того, чтобы жарить нашу курочку. Все, сейчас начнем готовить. Буквально через 5-7 минут наше блюдо будет готово. А у тебя в масле плавает травка. Не то ли это масло, которое мы делали ароматные травы? Ну, так и да, так и оно. Ты хитрый. А потом я буду спрашивать, почему так вкусно, а ты скажешь, вот секрет. Да, да. Я всегда оставляю вот масло. Если я один раз пожарил вот специи, такие как тимьян или розмарин, и оставляю это масло для следующего использования, потому что рафинированное масло подсолнечное, оно позволяет нам это делать. Вот сейчас я на этом замечательном ароматном масле мы с вами пожарим картофель. 180-190 градусов, идеально. Поехали. Ножка. Закрываем крышечкой так, чтобы она прогрелась. Приготовьте емкость с бумажным полотенцем для того, чтобы положить свою картошечку после того, как она будет готова. Этот процесс займет минут 5-7, не больше. О, боже мой, как пахнет, да? Да, шикарно пахнет. Копченый, ага. Горячий копченый курица, это будет вкусно. Очень вкусно, очень вкусно. Это будет вкусно. Фактически у нас с вами получается аромат, как будто мы с вами готовим на улице. Ну вот, видите, какая картошечка красавица. Еще. Да, ну конечно, конечно. Хрустело. Да, да. Не жалей. Вот это очень эффектно смотрится, готовится супер просто. Максимальный огонь не делайте. Нужно нам с вами только, чтобы курочка прогрелась, чуть-чуть подрумянилась, и этого достаточно. Ну, еще чуток, и все, она будет готова. Оригинально? Да, да. Вроде бы целая картошка на палочке, но она оригинально порезана. Угу. Видите, она всплыла, плавает. Это говорит о том, что она уже практически готова. Мы сейчас дадим ей возможность хорошенечко подрумяниться. И все. Хорошо. Ну, друзья, отлично. Все готово. Курочка горячая. Картошечка приготовилась. Ну, посмотрите, какое чудо, да? Ну, пришло время сервировать. Ну, удиви нас. Друзья, угощайтесь. Вот такое вот вкуснейшее блюдо. У нас с вами начало осени, так что здесь запах лета, дымка, жареной картошечки, прекрасная капусточка, домашний кетчуп и горчичка. Давайте дегустировать. Начнем с картошки. Смотрите. О, классика. Картошечка и кетчуп. Расхрустелся. Как я люблю эту штуку. Очень просто. Эффектно. Горчичка. Прелесть. Обязательно приготовьте, друзья.
Да. Лучше любого Макдональдса.